Частичный пересчет голосов не удовлетворил оппозицию Гондураса. В воскресенье она снова вывела людей на протесты. Главный оппонент нынешней власти, телезвезда Сальвадор Насралла, и его сторонники оспаривают результаты недавних президентских выборов. Они говорят, что их сфальсифицировали. Однако избирательная комиссия после пересчета объявила, что новых результатов не появилось. Перевес по-прежнему на стороне действующего президента Хуана Орландо Эрнандеса. У него, по данным ЦИК, более 50% голосов. Его соперник набрал 31,5%. Какую бы урну мы ни открыли, мы не нашли в ней свидетельства обмана, манипуляции голосами, аннулирования бюллетеней без причины, увеличения числа голосов в пользу кандидата. В пятницу оппозиция призвала аннулировать результаты выборов, а в воскресенье потребовала полного пересчета. Голоса не проверяли, каждый голос не проверили при участии международных наблюдателей. То, что они делают, незаконно. Вот почему нужен полный пересчет. Избирательная комиссия перепроверила около 3000 бюллетеней. Победителя она должна объявить до 26 декабря.